Таким образом, у следователя есть достаточно оснований полагать, что по адресу город Саратов, улица Грузинка, 41, могут находиться денежные средства, нажитые преступным путем, сильнодействующие вещества, предметы и оружие для их изготовления. Добровольно выдать ничего не хотите. Давай, собака. Пойдем. Вот она. Я же говорю, что с ними пойдем. Да, я буду работать.